Всем привет! 12 декабря стало известно о том, что не стало великого артиста Валентина Гафта. Актер театра и кино, прославленный режиссер, ушел на 86-м году жизни. Сообщение о внезапной утрате Гафта стало настоящим шоком для россиян. Уже известно, что артисту выделят место на аллее актеров. Об этом сообщил источник, близкий к семье. Прощание с Валентином Гафтом, по предварительным данным, назначено на 15 декабря. Его проведут в театре «Современник». Также, как сообщается, что в Мосгордуме артисту могут поставить памятную табличку в городе, если поступит подобное предложение. Добавим, о уходе из жизни Валентина Гафта стало известно сегодня, 12 декабря. Как рассказала его жена, причиной стал инсульт. В последнее время он находился дома в окружении родных. В последнее время состояние актера оставляло желать лучшего. Отметим, что в августе 2019 года Валентин Гафт перенес инсульт, его состояние оценивалось как удовлетворительное. После этого актера перевели в реабилитационный центр, где его самочувствие стабилизировалось. Поэт, актер театра и кино Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Его дебют в кино произошел в 1956 году. Он сыграл эпизодическую роль. Многим Гафт запомнился яркими ролями в картинах Эльдара Рязанова «Гараж», «Небеса обетованные», «Забытая мелодия для флейты». Вечная память великому актеру. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем пока!